Здорово, народ! С вами самостройщик Леха, и это предпоследняя серия нашей цыганской комнаты. Ой, спальной комнаты. Так вот, речь сегодня будет про конно-откосы, подоконники, в общем, герметизацию. Все это будет в одном ролике. Как вы знаете, не люблю делить их на 1000 роликов, там по чуть-чуть 5 минут. Все будет в одном. Оно получилось маленькое, емкостное, маленькое предусловие. Эти окна стоят столько же, сколько и коробка. То есть две полных зимы. Их никто не клеил, не пропенивал, отливов нету, в общем, голяк. Поэтому все сейчас будут делать его буквально с монтажа. А перед тем, как мы продолжим, хотим посоветовать вам один очень интересный канал. Движ за недвиж. Здесь ребята показывают, как прокачивают старые здания, выбирают и покупают недвижимость, реконструируют и управляют объектами. Честно говорят о стоимости ремонтных работ и содержании объектов. Также они делятся тем, как проводят свободное время, показывают свои экспедиции и поездки по России. Если вам интересна тема строительства или вы любите путешествия, то обязательно подписывайтесь на их канал. Ссылка в описании. Ну, начнем с удаления пены. Естественно, пену нужно старую всю удалить, как снутри, так и снаружи. Снаружи удалю, наверное, все-таки весной. Сейчас выходить на ней до балкон в скользкую погоду как-то не очень, поэтому подожду до весны, ничего страшного. Удаляю с внутренней части с углублением где-то на сантиметр, на пол сантиметра, чтобы новой пеной обновить старую. Ну, потому что старая там уже разрушилась, поэтому лучше уж новая, чем старая. Удалили пену и закрыли тему. Переходим к подоконнику. Подоконник буду крепить я только с одной стороны, то есть имеется в виду в стену, потому что с другой стороны находится дверь, там никак. Зачем он делается? Это делается на углубление 5 сантиметров, чтобы добавить устойчивости подоконнику, если вы вдруг на него наступите. Да и к тому же, когда он в двустороннем растворе, он считается там же сидит мертвым. Подоконник у меня будет самый дешевенький, пластиковый, 400 рублей квадратный метр. Почему? Потому что у меня 9 окон, и если покупать подоконник за 2000, который покрытый винилом, то это как-то не очень дешево. Есть еще вариант сделать деревянный, его поведет, есть еще сделать каменный, но это не бюджетный вариант. Мой бюджетный, обычный пластик, по крайней мере в спальнях, это точно, в зале еще кухни пока не обсуждалось. Делаю углубление 5 сантиметров в газоблоке, с другой стороны, видите, там ничего нету, поэтому пока только с одной. Теперь нужно как-то выровнять плоскости. Я буду использовать от плитки систему СВП. Такие треугольнички. Если их поставить друг на друга, то они не скользят. В принципе, не то, что нужно. Я на них поставлю подоконник. Опущу подоконник под профиль. Одну сторону выровню, а вторую сторону уже, которая с батареей, я также этим треугольником найду в плоскости по уровню. Еще маленькая, скажем так, лайфхак. Мне подсказали. Перед тем, как подсунуть подоконник профиль подставочный, я профиль просверлил через каждые 20 сантиметра. Сейчас многие будут в шоке, зачем, ты что делаешь? Я просверлил его не насквозь, а до середины. Так как там пустота и там холодно, теперь берем монтажный пистолет и продуваем туда пену. Теперь там холода не будет, там все будет в пене. Продувал я специально зимней пеной, которая минус 20 держит. На улице сейчас минус 2, поэтому нормально, ничего страшного. Ну и перед тем, как уже начать монтировать сам наш подоконник пластиковый, я слегка увлажнил камень, ну, то есть газоблок, и сантиметр снизу между профилем подставкой, точнее между камнем подставкой и профилем, надул туда сантиметр пены. Зачем? Получается, когда я поставлю подоконник, я его где-то на пол сантиметра до конца не засовываю прям в упор, чтобы там эта пена раздулась, и получается между подставочным профилем и подоконником будет сантиметровый слой пены. И получается такой сэндвич, то есть подставочный профиль сейчас насыпут пеной, потом пол сантиметра, сантиметр там пены самой, и потом идет подоконник. Поэтому оттуда дуть точно не будет, стопудово можно будет спать спокойно. Ну и теперь, когда одна часть полностью, скажем так, вцепилась в подставочный профиль, вторую часть с помощью также системы СВП и уровня я выравниваю, то есть делаю подоконник ровным. Ну и теперь сверху нагромоздил я где-то 80 кг веса. И теперь там можно спокойно задуть, так как все выставлено по уровню. Ничего никуда не подымет, у пены не хватит только силы поднять. Задуваем и все. Если использовать пену, которая в трубочках, мне кажется, у нее силы хватит поднять. Поэтому я использовал обычную зимнюю пену с маленьким расширением. Но с подоконником понятно, пока он там застывает. Теперь нужно сделать нижнюю часть, ступеньку.
Да, можно купить готовую ступеньку, она стоит где-то 5-8 тысяч, можно за 6 найти, как повезет. Но у меня оконные откосы плюс подоконник, все это стало в 3, а тут какая-то ступенька стоит в раза больше. Нет, это не мой вариант. Полазив по дому, нашел мне старую плитку была серая, которую я нигде не использую, потому что не подходит под мой интерьер. Нарезал ее кусочками, теперь буду использовать по 2 слоя плитки, подставку, то есть выход на этот балкончик. То есть, почему 2 слоя? Потому что я узнавал, да, так действительно используют, тем более используют даже, то есть, в коммерческих целях. Тут будет, дай бог, выход раз в неделю на балкон, поэтому вообще спокойно. Тем более, плитка сантиметровой толщины, ее продавить в принципе не хватит. И между также профилем и посадочным профилем, ну то есть стартовым профилем, куда подоконник вставляется, оставляю зор. И также его продырявил насквозь, не насквозь, а до середины. И также сдутой пеной. Также в этом профиле подставочном пена и в самой между плиткой и этим профилем тоже сантиметр пены. Так что холод не пройдет. И уже через 4 дня, когда нижняя часть высохла, я сверху нанес еще слой плитки. Только уже 2 штучки, чтобы красивые. И да, верхний слой тоже заходит под этот профиль посадочного. Оставляю зор между плиткой и самим профилем где-то 2 мм. Потом я хочу серым герметиком сделать его красиво. И уже по уровню все это выравниваю. Кстати, на помощь мне подошли такая система СВП. Все, пока ступенька застывает, переходим к монтажу откосов. Крепить я буду на черненькие саморезики, вот такие сантиметровые. Крепить я буду стартовый профиль. Стартовый профиль крепится прямо в оконную раму, то есть прямо в оконный профиль. То есть вот, буквально отступая от самого края, где-то по миллиметру, по 2. Сделать это не просто закрепить, поэтому приходилось что-то придумывать. Я использовал строительный уровень, то есть чтобы наживить ровненько и так ровненько вести, иначе волнообразно этот стартовый профиль гуляет. Без помощника вообще никак. Но мой помощник сейчас спит, поэтому приходится работать уровнем либо правилом. А чтобы его поставить, нужно было открыть окна. На улице зима, но по крайней мере плюс-минус 3, такая температура позволяла. Закрепили стартовый профиль, теперь берем туда и вставляем что-нибудь похожее на откос. В моем случае это будет сэндвич-панель, сантиметровая, ну слегка мунтик. Отрезаю плашечку согласно ширине моего откоса. И уже потом вставляю стартовый профиль. Удобно вставляю с помощью какого-нибудь чистого шпателя. Вставили, готово. Теперь берем и та сторона, которая смотрит от окна к вам, монтирую ее на малярный скотч. Зачем? Потому что сейчас я буду запенивать и ее будет распирать. Поэтому делаю такие малярные полосочки. Желательно их много понаделать сразу. Ну а теперь их нужно ровно по уровню прикрепить. Чтобы было комфортно, нужно эту сэндвич-панель чем-то утяжелить. Я использовал обычные пассатижи. То есть пассатижи я делал на этот откос, его давило вниз, и уже по уровню просто ленты контролировал высоту. Ровно по уровню выставил все эти малярные ленты, и осталось только, получается, задуть. Не забудем также увлажнить газоблок и сам этот откос, чтобы пена лучше схватилась. И запенивай. Да, кстати, запенил я только наполовину этого откоса, потому что потом пена раздуется, и там останется делать только чуть-чуть. Вот сейчас пена раздулась, видите, она практически дошла к краю. Теперь прям чуть-чуть сделаем еще немножко маленький слой пены. Экономим. Ну и о таком же полном составе крепим еще боковые откосы. Да, тут наверняка у вас будет несколько вопросов по поводу пеньки, как я там измудрился, что я там придумал. Есть чем удивить, есть одно решение, я вам покажу.
да, действительно там было нелегко, но кое-что мы там придумали. Ну а здесь в боковой части также делаю стартовые профили, нарезаю также боковые сэндвич-панели, вставляю туда. И уже по уровню все эти сэндвич-панели выставляю также на малярную ленту, чтобы когда в будущем будет пена распирать, эти ленты удержали нашу панельку, и она осталась в ровном положении. В качестве зазорок-подпорок использую также эти треугольнички, потом я их оттуда вытащу. Ну, все готово, теперь осталось только это запинить. Также запиню наполовину, потому что потом все раздуется, повылазит и будет все это кошмар некрасиво. Все, запиниваю. Ну, вот так уже готово. Теперь, когда все это пена высохла, можно все это сдирать уже и готовиться к наличнику. А вот подоконник сдирать не спешите, я поторопился. Его нужно сдирать вообще в самую последнюю минуту, момент, прям вот буквально перед взносом кровати. Все-таки на него там кое-что произошло, не будем о грустном. Поэтому, как совет, в самый последний очередь подоконник. Откосы, да, еще можно. Ну, откосы застыли, держатся. Остались сделать только облицовку, то есть наличники. Ну и потом прогерметизировать уже стыки. Вот я уже попробовал, смотрится симпатично. Если его снять, там прям вообще кошмар. Ну вообще, то есть некрасиво. Зато держится. Наношу обычный прозрачный клей, специально для пластика. Почему прозрачный? Ну потому что потом, если сделать беленьким, будет некрасиво, он может вылезать. Прозрачный, в принципе, на глаз не увидите. И приклеиваю. В некоторых моментах, где очень большой получается зазор между самим газоблоком, то есть стеной и сэндвич-панелью, клея может быть недостаточно и приходится клеить прямо на сам паз, на который становится сам наличник. А вот уголок, наверное, самая интересная тема, как это будет делать. Сейчас покажу, мы думали сделать ступенькой, то есть сам наличник погнуть и изобразить ступеньку, то есть вот так вот. Смотрится неплохо и симпатично. Когда я его засиликоню, я покажу камеру вблизи. В принципе, получилось даже лучше, чем планировалось. Ну и также тут уже по всему углу, по всему профилю собираю откос. Там ничего сложного нет. Делаем зазор, под 45 градусов стыкуем и зашиваем. Хотя геморрой тот еще, потому что легко трескается, легко можно испачкать, легко можно погнуть, а это уже чистовая работа. Сначала я обычно делал примерку, а потом уже наклеивал. Иначе можно будет накосячить. Все, застыковали, оставили, оно там слипнется буквально через полчаса. И уже можно силиконить стыки и делать красоту. Единственное, вверху немножко поторопился, вверху очень большой зазор получился, потому что делал я по уровню. И окно, точнее не окно, а пену расперло так, что буквально пол сантиметра еще торчали над облицовкой. Поэтому я потом это снял, хорошо сразу на клей не зажал. Я все это снял, потом закрасил, подшпуклевал. И пока все это там застывает, переходим к монтажу. Какие там шпаклевка вверху сейчас? К монтажу и силиконению стыков. Тут нужно использовать малярный скотч, чтобы не испачкать наш крутой подоконник. Нет, я не про это говорил, что нужно снимать пленку в этот момент. Тут она, в принципе, не поможет. Просто когда вы настройки, обязательно что-то поставить на подоконник, он обязательно испачкается, поцарапается. В общем, подоконнику 3 дня, а там уже царапинка. Небольшая, но неприятная. С помощью малярного скотча оставляем между зорами буквально миллиметр.
То есть именно касаемо подоконника и угловых откосов. Миллиметров вполне хватит. Ну и все. Вычищаем кисточкой все щели. Желательно, чтобы это было сухо, точнее обязательно. Берем, в моем случае, акриловый герметик. И я его носил в ту сторону, в которую двигался. Таким образом, чтобы головка пистолета буквально то вталкивала герметик внутрь. А не тащила с собой вот эту вот, скажем так, колбаску. Потом ее пальцем растирал. То есть я, наоборот, ее ударил туда. Желательно, многие советуют использовать жидкую пластмассу. Но стоит она дороже, чем мой подоконник. Это во-первых. А во-вторых, я ее почему-то в магазине здесь не нашел. Поэтому мне посоветовали акриловый герметик, который не желтеет и который до минус 40 все это держит. Потом все это у меня высохло. И то, что получилось, вы сейчас можете посмотреть. Показываю вблизи, что у меня получилось. Да, там еще нужно будет сделать затирку, поэтому не обращайте внимания. Там я сделаю затирку под цвет плитки. А что у тебя здесь? А здесь у меня верхняя панелька моего будущего шкафа. Поэтому тоже в расход не берем. Верхнюю часть я подправил, как видите. Стык сделал, засиликонил. Боковые стыки тоже. Раму и стыки тоже. Сам подоконник засиликонил. Поэтому, в принципе, получилось красиво. Ну и самый главный вопрос, как там у тебя со ступенькой? Да все просто, вот моя ступенька вблизи. Засиликоненная. Получилось красиво и аккуратно. К тому же это все будет за навесками, за цветами, и никто это никогда не увидит. Ну вот так. Ну а теперь рассказываю, что почем. Итак, минутка честности. Так вы досмотрели до конца, вы молодцы. Тут я рассказываю только правду, только для своих. Так, погнали по ценникам с комментариями. Подоконник пластиковый, самый дешевый, 1.5 метра, 700 рублей. Стартовый профиль, 3 штучки, самый дешевый, тоже 300 рублей. Сэндвич панель, она идет куском, 1.5 на 3 метра. Этот кусок стоит у меня 2000, поэтому я использовал наполовину, 1000 рублей. И наличник, то есть то, что наводит красоту, 3 штучки, 300 рублей. И еще, конечно, там было прочее, то есть акрилогерметик, 250 рублей. Плюс прозрачный клей 200 рублей, довольно пены и 200 грамм саморезов. Да, кстати, герметик и клей еще не кончился, но сумму учитывать нужно. Итак, как общий итог, то смотрите внимательно. 3400 ушло на окно площадью 3,42 квадратных метра. Если у вас окно 1.5 метра, то естественно у вас будет полсумма. То есть за 1500 вы такой себе соберете. Ну, в принципе, вот и все. Осталась последняя серия. Это уложить полы, и можно заносить свой компьютер. И будет тогда нормальная цыганская комната, как вы любите. И, возможно, скоро будет стрим. Но об этом я напишу. Нужна будет помощь с настройкой, как это все работает. Да и вообще, может, это полный бред. Но попробовать стоит. С вами был самостройщик Леха. Всем счастливо и хорошего дня. Пока-пока.